Всем привет! В нашем магазине на Галилео уже настоящий новогодний джингл Беллс. Тут уже пахнет Новым годом. В сегодняшнем видео мы рассмотрим, какие же ткани есть в этом магазине, чтобы сшить классный, напоминающийся новогодний наряд. Выбрать ткань для новогоднего платья в нашем магазине в Галилео очень легко. Здесь очень большой выбор кружева. Например, есть такое кружево с глиттером, есть просто ажурное, разные оттеночки. Они все находятся сразу на полочке возле входа, так что можете подойти сюда и посмотреть все, что здесь есть. Также есть фатин с глиттером, который очень часто берут для пошива детских платьев. Прекрасно блестит. Есть разные оттеночки. Также обращайте внимание вот на такую ткань, это трикотаж Сваровский с глиттером. Он очень красиво переливается, и такие платья будут популярны не один год, еще-то они превосходные. Очень классно переливаются при свете софитов. Такая есть ткань, это тоже трикотаж на атласной основе с небольшим таким люрексовым наполнением. Он тоже тянется, и можно шить потрясающее платье. Также есть трикотаж вот с такими полосами. При растяжении он немножко просвечивает, но вы тогда используете трикотажную подкладку. Смотрите, какой гипюр с пайетками. Осталось у нас немного цветов. Можно шить, например, платье в виде сеточки. Очень красиво блестит. Также здесь на полочках еще находятся вот такие реснички. Кружево в ресничке, кружевное полотно. И дальше по ходу у нас уже идет вот такое хлопковое шитье. Фатин с бусинами. Тут шикарные кружевные полотна. Невероятно будут смотреться в платьях или в юбках. Обязательно рекомендуем их посмотреть. Если приезжать будете в наш магазин Галилео, обратите внимание. И вот это. Тут можно найти очень много всякого интересного. С обратной стороны. Посмотрите, какое шикарное просто полотно. И в нашем магазине в Галилео есть очень большой стеллаж с тканями пайетки. Вы спрашиваете, где самый большой выбор? Вот здесь именно самый большой выбор разных тканей в пайетке. Есть вот такой на гофрированной сеточке, есть просто на сетке, есть на бархате, есть на плотном трикотаже. Есть вот такие вот изумительные матовые пайетки. Здесь все нарезано, если что, сможете посмотреть все аккуратненько. А тут как раз пайетки на бархате. Черный очень популярный оттенок на новогоднее платье. И вот такие полосы. Практически возле самого входа у нас есть образцы с такими нарядными тканями, где вы можете сразу посмотреть, растянуть, приложить к себе и выбрать то, что вам подойдет больше всего. Есть и вот такие вот варианты. Блестящий трикотаж. Люрексовая ниточка, осыпаться он не должен.
здесь небольшое металлизированное напыление есть еще. Прекрасно блестеть будет эта ткань. Также есть вот такой вот из нового трикотаж Diamond в разных расцветках. И также Сваровский рядом с ними. Все это рассматривайте для пошива своего новогоднего платья. И большой выбор вот такой голограммы. Если вы хотите какой-то эффектный наряд, то вам точно сюда стоит подойти, что-то посмотреть и выбрать для себя. И рядышком как раз расположены пайетки. Все нарезано и все аккуратно висит. Очень удобно смотреть и выбирать. Вот эти перышки тоже можно использовать для пошива платья. И, конечно же, куда без фатина. В этом магазине огромный выбор разнообразного фатина, как по цветам, так и по видам. Есть мягкий еврофатин Бусем, очень большая цветовая палитра. Также есть фатин с такой металлизированной нитью, он сейчас на скидочке. Есть также еврофатин Нилюфер, тоже очень большая палитра. Это мягкий фатин, и края у него не цепляются друг с дружкой. Это, кстати, отличный вариант для платьев и для юбок пышных. И вот такой вот фатин с глиттером. А еще есть очень большой выбор бархата. Потрясающий костюм получается, или платье. Бархат крэш имеет вот такой небольшой мраморный эффект, очень красиво переливается. Также есть обыкновенный вот такой бархат, который тоже прекрасно будет для платья, для блузы или для брючек, например. Так что приглашаем всех, кто планирует пошить себе потрясающий наряд на Новый год, в наш магазин «Галилео» на нулевой этаж. Здесь очень большой выбор, и вы точно себе что-то найдете.